А теперь очередь нашей постоянной рубрики, в которой телезрители присылают нам видео или фото. Очередное видео мы получили от нашей телезрительницы, которая, гуляя с ребенком, сняла любопытные кадры. Гуляя с ребенком, я обнаружила неподалеку от детского сада огромные лужи. Решили измерить их глубину с помощью детской лопатки. Любопытно, что летом отремонтировали дорогу к супермаркету, а во двор дома завернуть забыли. Каждый день здесь сотни людей спешат на работу и домой. Дети идут в садик. Но это еще не все. Подходя к своему дому, мы обнаружили глубокую яму, образовавшуюся после провала асфальта. Как видите, она тоже не маленькая. Детская лопатка полностью исчезла. Ох ты, как глубоко! Кстати, все это мы сняли около дома номер 3 по улице Янаушика. Хотелось бы, чтобы управляющая компания приняла меры. Если вы тоже стали свидетелями какого-то события, увидели что-то необычное или столкнулись с проблемой, присылайте нам свои репортажи. Наш электронный адрес – tv@ntrk21.ru.